сегодня проходит вечеринка, которая называется «Циркус номер 13». Клуб настолько погружает в жизнь цирка, что тебе на секунду кажется, что ты реально попал в настоящий цирк. Мы как зашли сразу, вот этот купол, шатер, цирк, детство. Нереально прям круто. Акробаты вокруг, ходят клоуны. Я люблю особенно гимнастов воздушных, акробатов, там, жонглеров. Атмосфера просто великолепная, чувствуешь себя ребенком. Просто попал в цирк, все супер, отлично. Вернуться в легкое детство в таком, в небольшом взрослом формате. Концепция цирка реализована максимально круто. Если цирк уезжает, а клоун остается, вот тогда клоуну уже тяжело. Отличная. В принципе, люди достаточно высокого уровня собираются в этом заведении. В цирке бываю редко, но здесь такая обстановка сейчас, как в цирке, и мне очень нравится.